Привет, девчонки, я хочу записать вам небольшой влог. 25 мая, сегодня же 26. Буду в Железноводске отдыхать. В общем, вот такая вот... Встретили интересную попутчицу. Пообщались, погуляли по горе. Мы сейчас туда будем спускаться и пойдем к озеру. Доброе утро, у нас второй день. Я, наверное, не буду снимать все 10 дней подряд, буду только отрывками что-то снимать. В общем, спали мы неплохо, но дом старый, и тут весь первый подъезд загадили кошки. И невозможно воняло кошачьей вот этой вот всякой. А я очень брезглива кошкам. У меня был случай, когда с кошками не повезло, я подобрала с улицы, в общем, покрылась язвами по всему телу. И после этого я очень брезглива. Мне что крыса с помойки, что курица. Ой, что... Что кошка уличная, вот. А для меня по брезгливости одно и то же, вот. Короче, мы сейчас позавтракаем и соберемся, пойдем на озеро Тридцатка. Посмотрите, я забыла, короче, поясочек от халата и подвязалась собачьей банданой. Хорошо, что взяла ее с собой, хотя бы собачью бандану. А еще я забыла пауэрбэнк, решила не брать, и забыла паспорт. Вообще шикарно собралась в поездку. Так, ребят, хотела поехать на озеро сегодня пойти. Чтобы планы поменялись, решила пойти в парк. Какой-то ближайший у нас был парк. И вот сейчас мы идем по дорожке. Эта дорожка ведет по горе вверх. Мне кажется, там какая-то будет красивая смотровая площадка. Вот мы идем, идем, пока дорожка не закончится. Очень красивый парк, прямо на горе. Потрясающе, мне очень нравится. Никаких тебе торговых точек, рекламы, кофе. Просто парк, просто зелень, очень зеленый. И дышится так хорошо. Вот пока идем, потом покажу, что там будет в итоге. Так, дорога никуда не привела, привела нас только по кругу. Смотровая площадка не удалась, поэтому вот мы сейчас спускаемся. Будем спускаться к озеру по этой дорожке. Ты уже грязный весь, да? Вы такой чумазый. Ой. Так, 27 мая. Смотрите, я купила себе такую подвесочку на леске. Это янтарь настоящий. Хотела что-то янтарное, там целый магазин янтарный. И я не могла пройти мимо, ничего не взяв. В общем, такая вот у меня будет штучка. Вот, сейчас мы вышли в парк. Мне было интересно, как выглядит парк в вечернее время. Это центральный парк Железноводска. Вот. Вообще все отлично. Сегодня были опять на озере. На озеро, наверное, будем ходить каждый день. Совсем близко, возле нас. И очень приятная обстановка там. Вот, ну и погода хорошая. Завтра собираемся в Кисловодск на электричке. Тоже все запишу. Я вышла в топике и в юбке. Вот в этой юбке. Не знаю, как показать. В общем, она как-то... Как-то эта юбка производит такое впечатление на местных жителей. Но это моя любимая юбка. Я прям, когда ее одеваю, чувствую себя как-то по-королевски, что ли, как будто какой-то бал. И я такая вся с таким, с такой осанкой, такая вся лебедь, плыву по местным улочкам. В общем, обалденная юбка, мне она самой очень нравится. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up.
нас 28 мая. Женщина с колонкой шла, такая с этой музыкой, села в машину и поехала с этой музыкой. Вообще, все эти дни ходили мы на озеро, в парках, да, я это все поснимала чуть-чуть совсем. Было еще интересно поехать на электричке в Кисловодск. Ехать 1:20 на электричке. Вчера я пошла на автовокзал, в субботу вчера, узнала, какое расписание, сколько это стоит, нужен ли паспорт, потому что паспорт я забыла дома в Ставрополе, можно ли с собой брать собаку. Все это я расспросила, и вот мне сказали, что электричка ходит только по выходным, поэтому если я в это воскресенье сегодня не поеду, то я, в принципе, уже не поеду, потому что в следующую субботу я уезжаю. Поэтому я решила, что сегодня день, когда нужно ехать. В общем, я сижу сейчас жду, точнее мы с собакой ждем времени, примерно в 11, в 12:30 электричка отъезжает, на электричке можно купить билеты. Я, наверное, куплю сразу два конца. Получается, в 12:30 мы выезжаем. В 12. В 12:30 выезжаем, и в 1:30, по идее, мы там. Сейчас я еще раз расписание посмотрю. Буквально часа три мы гуляем по Кисловодску, и потом еще в 16:30 обратно электричка едет. Может быть, после того, как приедем, привезу собаку домой, вот оставлю и пойду погуляю еще на озере. Мне интересно посмотреть, какая там иллюминация. Ну и просто погулять сама по себе, потому что с собакой не очень расслабленный отдых, не очень расслабленная прогулка, потому что он активный, он у всех путается под ногами, особенно если много людей, когда новая территория, он сильно теряется, он начинает туда-сюда мотаться, что-то там паниковать, перевозбуждается сильно. А сейчас нам еще в электричке ехать с ним на руках. Конечно, мне хочется надеть легкое платье, сарафан, рюкзачок, кеды и самой поехать там куда-нибудь погулять, да, по Кисловодску. Но с собакой так не получается, поэтому я не очень красиво одеваюсь всегда с собакой, потому что он меня пачкает. Мне приходится его брать на руки часто, а это бывает, что он мне лапами и футболочку пачкает, и шорты пачкает там, да. Поэтому я оденусь как турист и пойду с ним ходить, бродить по Кисловодску. Отдых на КМВ. Я первый раз отдыхаю на КМВ часто. В основном это всегда море, да, горы. А тут КМВ. Первый раз. Конечно, это полная противоположность Дубая, например. Вот все, что есть в Дубае, только наоборот. Очень спокойное место, очень спокойное. Здесь никто ничего не продает, здесь никто никуда никого не заманивает. Здесь очень старая инфраструктура. Старые кафешки, столовые, какого-то советских времен, никто ничего не меняет. В парках нет никаких аттракционов, никакой рекламы, никакой торговли. Есть несколько точек, там, может быть, с кофе и все там. Или, может быть, какое-нибудь уличное кафе. Ну, это там такое кафе, знаете, мороженое купить, там, все. А контингент — это в основном семейные, молодые семьи. Либо это пожилые люди с семьями, либо это и те большие компании, либо это одиночные взрослые женщины, да, мужчин не встречала, взрослых одиноких, но, может, просто я не знаю, не обращала внимания, но вот женщин я встречаю часто, что они одинокие, ходят, гуляют, ну, в принципе, как я, но только лет на 30 старше, наверное. Вот я с женщиной из Курска познакомилась, она вот живет в моем отеле на 7-м этаже, я на 1-м. Вот, и вот она тоже сама по себе гуляет, сама по себе отдыхает. Я не стала спрашивать, что за история ее жизни, да, почему она тут одна, да. Ну, мне кажется, когда человек приезжает в такое место, какое-то курортное, один, на это есть повод. Повод у всех разный. У меня повод такой, что я набираюсь опыта отдыха сама по себе, мы с мужем учимся этому. Ну, точнее, муж без меня куда-то уезжал, например, на поездки на велосипеде, да, путешествует, а я без него нет. Ну, может быть, на 1-2 дня я уже уезжала с девочками в горы, да, и все. Ну, так, чтобы на неделю, дней на 10 расставаться, чтобы я тут была одна, такого не было еще ни разу, поэтому не могу сказать, что мне плохо самой собой. В принципе, когда я в городе нахожусь дома, да, я тоже весь день одна, потому что муж на работе, я занята своими делами какими-то. Знаете, вот просто такое мысли, какие-то постоянные размышления, я люблю философствовать. И такие мысли, что вот на данный момент все, что у меня было, есть, да, как бы я без этого сейчас.
Я без своей работы, да, к которой я привыкла. Я без супруга, я без своего дома, я без ничего. Без всего того, что составляет моя жизнь, из чего она состоит. Без друзей, без привычных мест, без того, чтобы куда-то сходить. Нет компьютера, чтобы поработать. Ну, то есть все. И от меня, ну, как бы я сейчас от всего далеко. На сегодняшний день у меня есть только я и собака. Он, правда, украшает мой отдых, потому что с ним и поговорить можно. И вот я гуляю с ним, и люди знакомятся там с собакой, да, с людьми разговор завожу. Я нахожу знакомства, я не остаюсь, конечно, одна. Везде, где гуляю, да, допустим, речь о собачках, там собачки с собачками пересекаются, дети к собаке все время побегают, я с родителями разговариваю. Вот попутчицу, да, встретила, общалась с ней. Не одиноко, конечно, есть с кем поговорить. Есть ли у вас такой опыт отдыха порознь с супругом? Ну, муж присоединится ко мне, получается, в четверг, 1 числа приедет, и мы с ним еще тут побудем несколько дней. Все, мы пойдем собираться и на вокзал. Так, мы уже на месте. Сейчас поедем, да? На электричке. В первый раз, барни, первый раз. Собака путешественник. Пойдем, крошка. Ну, мои сладкие. Вот так вот он постоянно вокруг меня суета. Вот такая вот бегает, бегает, что-то нюхает. Ну, я понимаю, что он знакомится с миром, поэтому я не против. Но немножко устаю. Приехали, все парки со ступеньками, просто с какими-то огромными. В общем, все, в парке Словоска мы заходим. Это центр. Очень красивый город на самом деле. Все в горах, на горе, под горой. Все, добрались до парка, кажется. Вот. Да, парк. Дошли до долины роз. Поднялись. Я сколько раз здесь была, ни разу не видела розы. Они либо отцвели, либо еще не зацвели. Сейчас второй вариант. Конечно, Барни бежит впереди, как обычно. Барни, куда? Ну-ка, давай быстро обратно. Давай вперед. Такая красота. Смотровая площадка, тут все фоткаются. Я покажу. Пойдем, зайка, давай. Давай, давай. Дорожка обратно. Долина роза, говорю, радиально. Вон туда. Дорожка. Стой, стой, стой. Вот она. Вообще красота. Так, мы с Кисловодска уже возвращаемся на автовокзал, потому что дорога от автовокзала до долины роз заняла у нас час. Поэтому сейчас мы возвращаемся обратно, чтобы успеть на электричку. Вот. Конечно, мало я поснимала Кисловодска. Ну, кто-то приедете, посмотрите. Уже разлохматилась косичка просто. Так. Вообще красиво, конечно. Мы на вокзале Кисловодск-Железноводск. Все, едем уже обратно. Чуть-чуть, ну что-то прошли немного, километров, наверное. Сейчас скажу, сколько мы прошли. Так. Сколько мы прошли? 7 километров. 10 тысяч шагов. Это только, получается, только 4 дня. Еще, наверное, вечером я пойду на озеро без собаки. Его, короче, оставлю дома отдыхать. Очень захотелось кофе, мы сейчас уже в номере обосновались. Я очень много поела, потому что за весь день проголодалась. Я кушала, получается, круассан. Все-таки
Это был самый вкусный в моей жизни круассан в Кисловодске вообще. И вот сейчас иду я на озеро. Мне очень интересно, как там иллюминация вечером на озере. Хочется просто вот вечером у воды попить кофе с красивым освещением. Еще такая история произошла. Когда я приехала, получается, из Железноводска в Кисловодск на станции утром, со мной меня пригласил на свидание машинист молодой. То есть, получается, он вышел из кабинки, и вот в тот пест я ждал, пока я пройду мимо. Я смотрю, на меня стоит, смотрит, и прям он стоит, и мимо него люди так идут, он стоит ко мне лицом. Молодой парнишка, ну лет на 10, наверное, моложе меня. И он такой, типа, ну, а когда вы уезжаете, давайте так номерами обменяемся, может быть, в горы сходим. А я так говорю, нет, простите, я замужем, уезжаю 1 числа, я замужем, не могу. Он такой, а, все, понял, хорошо. Вот, ну, это вообще очень романтичная была бы история. Будет история очень романтичная, когда он наконец-то встретит ту девушку, которая согласится. Может быть, соглашались наверняка, может, у него такая схема. Вот, ну, вот, представляете, вот так вот, когда... Ну, познакомиться так с супругом, что он машинист, там, а вот девушка там куда-то ехала, путешествовала. Это очень романтично, мне кажется. Романтика, ну, меня уже никогда не интересует. Поэтому я хочу просто... Я еще перенарядилась тут. Немножко странный такой наряд, конечно. Куртка, летняя кофта, кеды. Все не в тему, ну ладно, это курорт. Вот, просто хочется там для себя красивенькой побыть. Очень хочется просто красивой выйти в люди. Ах, сижу я на пирсе у воды. На лавочке тут пирс, лавочка. Блин, это хорошо. Сейчас хотела, выпила кофе, потом думаю, ладно, раз такая пляска, пойду себе мороженое куплю, очень хотелось. Вот, и подошла, смотрю, ларек. Молодой человек закрывается, там уже все почти закрыл. Я говорю, все, закрывайтесь. Он такой, ну я его могу продать, блин, и заново начал все открывать. Вот, в итоге я выбрала мороженое, он мне его подарил. Угостил мороженым. Вот видите, как иногда полезно выйти красивой на публику или просто погулять красивой. Мужская энергия сразу, знаете, вот как-то, когда ты свою женскую отдаешь, ты сразу получаешь дары какие-то от мужчин, например. Ну, то есть как дары? Ну, там просто мороженым угостили, без всякого, знаете, намека просто. Ну, просто человек такой щедрый. Мне повезло. Вот, и, в общем, сижу, отдыхаю, смотрю на людей, на семьи, кто как проводит время. Вот, я понимаю, что, блин, жизнь такая разнообразная, и зацикливаться на чем-то одном, ну, вот на какой-то одной проблеме в жизни, да, или на какой-то одной задаче, или зацикливаться вообще ни на чем не надо. Жизнь, она просто она есть, она прекрасна такая, какая она есть. Просто когда... сидишь в моменте, да, и смотришь на людей. Смотришь, сколько вариантов жизни может быть, сколько вариантов, вообще миллионы вариантов проживания этой жизни, и каждый уникальный. То есть, если, допустим, одинокие женщины хотят выйти замуж, ну, то есть на этом зацикливаться не нужно, нужно просто... ну, понимать, что сейчас такой вариант жизни проживается. Ну и так далее. Все очень круто. Столько мыслей. Вообще пошел дождь еще небольшой. И это хорошо, потому что это разогнало людей вокруг меня. Ну, вообще, вокруг лавочек. Всех людей разогнало под навесы. А я решила под дождем посидеть. В общем, ну тут, знаете, такое ощущение, что я, кажется, такая секси-чика. Еще губы разрисовала больше контура. Вот, ну такое, знаете, вечернее освещение, оно всех украшает, да. Я всегда себе нравлюсь вечернее освещение, когда половина лица не видно. А вот. Чудесный вечер, чудесный. Одна гуляю, без собаки, и нет никакой суеты, и я просто двигаюсь в своем темпе. Получаю удовольствие.
одна. Одной неплохо гулять. Ну, я постоянно гуляю одна, на самом деле. В общем, уже какая-то ерунда пошла. А еще в поезде, мы когда ехали обратно, мы там к нам подсела побучиться, она ехала несколько станций с нами. Вот, такая женщина красивая очень. Она подсела, начала тискать барни. Вот, и она решила, что только ей барни уделяет столько внимания. Ну, я так поняла, что женщина привыкла к мужскому вниманию. Я на нее смотрела, немножко от него так подзарядилась. И мне захотелось тоже нарядиться и выйти, ну, чтобы нести вот эту женскую суть в массы. Я думала, что как же сложно быть постоянно, ну, вот, отдающей вот эту энергию женскую, как сложно постоянно выглядеть как-то на высоте. Потому что, ну, по жизни, да, можно, но вот когда 24 на 7, бывает, никогда бывает, что неудобно, не к месту. Но есть женщины, которые выглядят так постоянно. То есть она даже за хлебом наряжается, да, грубо говоря. Даже не наряжается, а просто выглядит стильно, красиво. Это сложно, это большой труд. И я стала понимать, что и красота тоже большой труд. И я вот выбираю быть красивой. Я всегда выбираю быть красивой. Вот давайте такую мантру повторять, что я всегда выбираю быть красивой. Для меня это приоритет. Но если пока это получается, пока есть возможность, здоровье, да, силы, деньги и так далее, время. Даже когда этих ресурсов будет меньше, я думаю, что нужно находить будет возможности просто всегда быть красивой. О, опять полил дождь. Сейчас я покажу на воде так красиво. В общем, девушки, всегда выбирайте быть красивыми. А так, чтобы вы всегда себе нравились в первую очередь. И тогда у вас будет куча подарков судьбы и изобилие такое какое-то женское. Очень много гуляли за несколько дней, буквально за 7 дней мы прошли больше 50 километров, поэтому я по вечерам делала МФР-массаж, занималась йогой, это очень облегчало ситуацию, не было отеков, не было боли в ногах, усталости, советую. Кстати, мячик я благополучно забыла в номере. Еще мы с собакой попали под сильный-сильный ливень. А в прогнозе его не было, вот мы спрятались и смотрели. Мы весь день проверялись в постели. После ливня обогрелись, обнялись и провели время вот так вот уютненько. Выдохнули после всех прогулок, лестниц и активного образа жизни. Каждый день мы ходили все-таки на озеро. Там немного загорали, отдыхали, знакомились с отдыхающими. Встретили новых друзей из Кисловодска, мы встретили потом в Железноводске. Там была семья с Мальтипу, неожиданная была встреча, мы очень удивились. Дальше мы с мужем уже поехали на Машук, поднялись на Машук пешком. Вот это мой муж, стеснительный, не любит сниматься. Поднялись мы наверх пешком, 4 километра вверх в гору. Обратно мы уже спустились на канатке, совсем в другом месте, и искали машину. Интересная была поездка, устали. Дальше уже было время вдвоем, я ничего не снимала, мы вернулись домой. И все как обычно, обычные будни. Спасибо за просмотр.